В этом небольшом ролике мы покажем, почему люди выбирают Хошин, что им больше всего нравится в нашей компании, какие цели они ставят перед собой и что получают взамен. Итак, почему Хошин? Изначально были проблемы. Проблемы со здоровьем. Наверное, много людей сюда приходит именно по этой причине. А то же самое было у меня. В 16 лет был несчастный случай, при котором я получила серьезные травмы организма. Это перелом позвоночника в двух местах, это ноги. На одной ноге стоял аппарат Елизарова. То есть в свои 27 лет было очень тяжело вставать, садиться, бегать, прыгать и многое другое. На сегодняшний день со здоровьем все отлично. В Хошине эти проблемы ушли. Таблетки, без которых я не могла жить, это ацетрамон от головной боли, от того, что защемление нерва в шейном позвонке и перелом позвоночника, пошли иннервации на гинекологию и на кожу. То есть в Хошине эти проблемы ушли с великолепной продукцией. На сегодняшний день могу бегать, прыгать, летать на самолете, прыгну с парашюта очень скоро. Я чувствую себя на те 16 лет, в которых остановился вот этот момент развития в моем здоровье. Я в Хошине 6 лет, 7-й год. За время сотрудничества с корпорацией Хошин я достигла очень хороших результатов. У меня шикарная структура, у меня хорошие мои бизнес-партнеры, которых я люблю, обожаю, они меня также. За 2 года квартира. Квартира в городе Зеленогорске Красноярского края, двухкомнатная. На сегодняшний день уже трехкомнатная в другом городе, в городе Миллионники, в городе Красноярске. Трехкомнатная, шикарная, с евроремонтом. Мы там счастливы со всей семьей. За 2 года построили шикарную баню. Это баня. Классная баня на моей даче. Вторая покупка – это автомобиль. Хороший, дорогой автомобиль, на котором я ездила сама, сдала на права. Это класс. Все это за деньги Хошин. Хошин – это чудо Китая и чудо всего мира. Добро пожаловать к нам. Хошин – это класс. Хошин для меня – здоровье. Прекрасный круг общения с позитивными, веселыми, здоровыми людьми. И немаловажно, здесь есть продуманное, взвешенное вознаграждение, большое вознаграждение за твой труд продвижения продукции Хошин. И еще для меня это возможность выйти за пределы того круга, зоны комфортности, в которой пребывает большинство наших людей. Люди привыкают ничего не делать, ничем не заниматься, заниматься только какими-то обыденными делами, доживать свой век и гробит то здоровье, которое предоставила наша природа. Что такое Хошин и почему Хошин? Вы это поймете, если сделаете маленький шаг, оторветесь от дивана, от телевизоров, от каких-то застольев ненужных. Вы попадете в круг прекрасного. Сделайте шаг навстречу своему счастью. Используя продукцию компании Хошин, я получила здоровье и молодость. Рекомендуя одежду людям, я получила массу благодарности от них. А это удовлетворение. Побывав в Китае, я увидела заботу о нас, дистрибьюторах. Это большая семья, которая состоит из очень большого количества национальностей, разных национальностей, а это уже сплоченность. Я узнала о том, что компания имеет очень долгосрочные планы развития, а это финансовая независимость компании, это мое будущее. Работая в компании, я убедилась в ее честности и порядочности. Хошин для меня – это жизнь. Это здоровье, это благосостояние, это мое настоящее и будущее. Дорогие друзья, я приглашаю вас работать в такой замечательной компании. Вы получите все, что получила я. Здоровье, счастье, благополучие и процветание. Меня зовут Янина Борисович.
Я являюсь специалистом по альтернативной медицине и практикую уже в течение 18 лет. Несколько лет назад я открыла для себя компанию Хуашен, которая производит необыкновенную, исключительную и очень полезную продукцию. Мне важно, чтобы мои пациенты получали все по самому высшему разряду, лучшую продукцию, которую они заслуживают. А компания Хуашен предоставляет мне это. And Huashen is providing those products for me. The second reason is that the treatment. Самое важное, как компания относится к тем, кто с ними работает. Все являются абсолютно важными и исключительными персонами. К каждому компания относится как к равноправному партнеру. А главное, не имеет значения, на каком языке люди изъясняются. Их объединяет то, что они приносят пользу и себе, и окружающим. The third reason I like Huashen is because it's bringing many people. Компания Huashen — это большая семья, которая научит вас жить по-новому. Вы станете независимыми и сможете получать то, что заслуживаете, получая за свою работу достаточно, чтобы приобрести машину, квартиру, совершить кругосветное путешествие. Присоединяйтесь, и вы будете такими же счастливыми, как я. This is very important, because we are like very big family, and it's really making me happy. Здоровье человека находится в его руках. В моих руках находится продукция фирмы Huashen. Это мое здоровье. Здоровье, которое я могу себе помочь в каждый день, в каждую секунду моей жизни. Я уже много лет работаю с людьми и имею очень большую практику. Люди хотят внимания, хотят, чтобы кто-то их выслушал, хотят любви человека, хотят, чтобы кто-то на них обратил внимание, особенно тогда, когда болят руки, ноги, голова, сердце. И я вижу, как продукция фирмы Huashen помогает. Она помогла мне, она помогла моему мужу, моей семье, так как мы начали все это эту продукцию испытывать на себе. И потом потихонечку мы поняли, как это работает. Не нужно пить таблетки, не нужно глотать химию и не нужно иметь побочные эффекты. Продукция Huashen, она не имеет побочных эффектов. Это просто чудо 21 века. Мне нравится фирма Huashen тем, что здесь работает много-много хороших людей и люди, которые хотят помочь многим людям, многим больным, как просто, легко и, как сказать, безболезненно, без побочных эффектов выйти с многих болезней. Я очень благодарна фирме Huashen, что я могу находиться в таком хорошем отдыхе, могу находиться здесь, в Китае. И конечно, приглашаю многих людей, тех, которые хотят помогать людям, тех, которые хотят дарить людям свое сердце, душу, внимание, и которые действительно хотят еще и заработать деньги. Потому что наш труд тоже, он должен быть вознагражден. И я благодарна всем, которые работают здесь, в этой компании. Вы помните свое чувство, когда вы видите ребенка, который только родился на свет? Или когда он начинает ходить? Вы сопереживали этому ребенку, чувствуя чувство полета у него? А потом эти люди взрослеют. И мы видим женщину, которой трудно сесть в автобус. Мы видим мужчину, который останавливается, чтобы отдышаться. И возникает совершенно нормальное отношение к этим людям. Они уже пожилые, больные. Попробуйте испытать чувство радости, когда вы могли этому человеку помочь вернуться к жизни. Каждая клеточка нашего организма готова бороться за нашу нормальную жизнь, так же, как организм ребенка.
Я люблю Хуашен, потому что это великолепная продукция. Она дает возможность именно тем людям, у которых появились уже какие-то проблемы, вернуться к нормальной жизни. Мы можем дать изделие, которое восстановит организм. И вот тогда вы испытаете совсем новое чувство. Чувство радости от того, что этот человек сегодня ходит нормально, благодаря вам. Что в вашем труде, ваш труд дал частицу радости возвращения к жизни этому человеку. Я рада, что работаю в этой компании, потому что здесь я встретила удивительных людей. Например, таких, как Эмил Шиманский из Чикаго. Человек, который, работая 15 лет в резонансной клинике, смог применить наши изделия для помощи людей. Я рада, что здесь очень много других единомышленников, потому что мы все хотим помочь человеку. И, наверное, абсолютно неудивительно, что мы все получаем достаточное вознаграждение за свой труд. Хотела бы отметить прекрасное отношение компании к нам. С нами разговаривают как действительно с партнерами. Прислушиваются, поддерживают. Работают в компании люди со всего мира. Я сама испытала несколько раз такую ситуацию, когда приходит человек, которому не могу помочь. Я тут же звоню или пишу в Азербайджан, Украину, Россию и получаю советы и рекомендации от самых лучших специалистов компании. А знаете почему? Потому что мы все живем Хуашен. Это образ жизни. Когда хочется помочь людям, испытываешь радость и счастье именно от того, что ты можешь это делать. А отсюда и наша уверенность в завтрашнем дне. Очень приятно, что таких людей, которым мы помогли, становится все больше. И вашими молитвами, дорогие, мы живем и будем продолжать работать.